Центр эндоскопической хирургии в 2015 году провел 1200 операций, из них 1150 по полису обязательного медицинского страхования. В 2015 году в январе мы зашли в систему ОМС. Для этого пришлось выдержать довольно жесткий ряд проверок. Сейчас оказывается медицинская помощь больным бесплатно по полису. По профилю хирургия, урология, гинекология, лор-болезни. Самостоятельно оплачивать операции готова лишь малая доля пациентов. Поэтому для частных клиник выгодно работать в партнерстве с государством. Государственные контракты обеспечивают стабильность заказов и поток пациентов. При этом, чтобы стать партнером государства, нужно полностью соответствовать стандартам и получить лицензию на оказание услуг по ОМС. Закон о партнерстве был принят в 2015 году. Его цель – создание правовых условий для привлечения инвестиций в экономику и повышения качества товаров, работ и услуг. Пациент сам решает, у кого он будет лечиться, может выбрать технологии или характер операции. Эндоскопические операции, к примеру, в большинстве, не требуют стационарного лечения. Это преимущество для работающих и занятых людей. Основа частно-государственного партнерства – более широкая доступность медицинских услуг. Сейчас количество, скажем так, претензий к частным клиникам, оно невелико. Бывают, но по разным причинам не всегда обоснованные претензии. Поэтому партнерство – это взаимовыгодное, оно необходимое. Конечно, оно с велением жизни будет развиваться и далее. Плюсы такого партнерства очевидны. В государственных клиниках уменьшается очередь на операции. Частные клиники получают государственное финансирование по обязательному медицинскому страхованию и рекламу своих услуг. А пациенты имеют право выбора и возможность получения высокотехнологичной услуги. Анастасия Болотина, Кирилл Захаров, Альфа-Новости.